Эфир приема, это обсерватория Барба. Вы меня слышите? Там есть кто-нибудь? Это эфир. Ответьте, меня кто-нибудь слышит? Сигнала нет никакого. Сколько мы не выходили на связь с центром? 3 недели. Почему же так тихо? Это эфир, космический корабль, который, мы надеялись, станет нашим будущим. Я должен предупредить их об условиях на Земле. Я не знаю всех подробностей. Все началось с ошибки. Там есть антенна, которая сильнее нашей. Доберемся до антенны, они нас услышат. Вдохни поглубже. В одной только нашей галактике миллиарды звезд. По крайней мере, одна из них может быть пригодной для жизни. Я много размышлял о времени. Почему один человек проживает всю жизнь, а другой всего несколько лет? Мы дали обещание нашим семьям. Хочешь быть исследователем? Айрис! Иди на мой голос! Но пока ты занят всем этим, твоя собственная жизнь просто проходит мимо. Вот почему я должен связаться с ними. Пока не поздно.